здесь нужно словосочетание написать. Преклониться к колени. А это к чему относится? По какие они могут слова написать? Презирать или приятно? Под при или под при? Смотри, здесь у нас при, да? Здесь у нас при. Правда? Итак, преклонить колени. Но преклонить голову. Давайте здесь разбираться в значениях. Почему мы здесь пишем при? Я могу объяснить, что при. А здесь при. Так, почему при? Давай. Я считаю, преклонить устать или задуматься о чем-то. Угу. Устать, согласен. И найти себе некое занятие. Преклонить голову, то есть склонить ее. Ну, условно говоря, на подушку. Да? Подумать о чем-то. Так. Может быть, подумать о чем-то. Преклонить голову. Это найти себе какое-то место. Преклонить это опустить колени. Давайте напишем. Найти пристанище. То есть найти дом. Правда? Пристанище. С той же приставкой «при», кстати говоря. Корабли находят пристань. А люди находят пристанище. А переклонить колени, это опустить колени. А как можно опустить колени? Вот у вас был курс биологии, я точно знаю. Был. Можно ли опустить колени? Нет. Можно упасть на колени. Можно упасть на колени, безусловно. Но место. Можно положить что-то на колени. Можно положить что-то на колени, это имеет отношение? Опустить колени. Нет, конечно. Преклонить колени, то есть... Упасть. Колено, как вы понимаете, это сустав. Да. Сустав можно... Согнуть. Согнуть. То есть как бы переломить, что ли, да? Нет. Преклонить колени – это действительно опуститься на колени перед кем-то, а значит выразить свое уважение перед кем-то. Я преклоняю колени, да? Становлюсь, правда? И поэтому здесь мы пишем с вами «при». Преклоняю колени перед, скажем, памятью бойцов. Преклоняю колени перед памятью дедов, прадедов. Преклоняю колени перед учителями своими. Да? Да? Можно и так.